шахта Крипера. Вау! 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 Засыпаем, нажимаем. Готово! Нет, Нобик, ты слишком толстый. Привет, Овечкова! Помнишь меня? Ну, чё ты? Это я, Нубик, голова-кубик. Да ладно, не бойся, не буду я тебя стричь. Я ножницы потерял. Ой, а это чё это? Смотрите, тут же был попук. А теперь нет. Как же так? Мне нужен попук. Овечкова, ты не знаешь, куда попук пропал? Ну вот, это печалькова. Нубик, что опять у тебя случилось? О, Костя, привет. У нас попук пропал. Это я его разобрал и сделал сердце. Ой. Ставим вот сюда. Ух ты. И у нас получился третий вариант набора. Как тебе? Ничего себе. Оно прям огромное. Даже немножко гигантское. Костя, но попук мне нравился больше. Ты же в прошлый раз говорил, что овечка круче. Я все переосмыслил. Давай вернем попуга. Нубик, давай уже в следующий раз. А почему? Да потому что у нас сегодня два крутых набора. Мост и Фрита. Мы в прошлый раз не посмотрели. О, точно. И я собрал самый большой. Ого. Он очень большой. Это шахта Крипера. Все-все-все. Мне не нужен никакой попуг. Давай начнем с Ифрита. Наборчик небольшой. Но тут есть свои фишки. А какие? Сейчас все покажу. Например, вот. Два Ифрита. И че? В этом наборе они сделаны по-другому. Вот, сравни со старым. Ну и че? Обычные Ифриты. Я не вижу разницы. Потому что ты нубик. Ну чё ты? Смотри, у новых есть шарнир. И они вот так вращаются. Ух ты, ух ты. Вот это круть. Да, теперь ифриты стали поприкольнее. Ага. Теперь ставим ифрита вот сюда. Чё это? Вот здесь крутим. Ой-ой-ой. Смотрите, это же летающий ифрит. Как по-настоящему. Да, это имитация полета. Он как будто защищает сундук. Ой. Смотри, новое крепление для сундуков. Ого. Достаем. И возвращаем. Костя, Костя, а что там в сундуке? Посмотри. Так интересно. Что тут у нас? Смотрите, это же золото. Чур мое, мне надо. Твое, твое, Нубик, что ж еще? А вообще, это часть Адской крепости, из Нижнего мира. Ага, тут так все прикольно. Ой, смотрите, кто тут. Это же скелет-негр. Нубик, ну что ты несешь? Конечно же нет, это скелет-осушитель. Да я знать. Я просто прикалываюсь. Сейчас я тоже прикольнусь. Становись сюда. Ой. И теперь нажимаем вот тут. Ай. Ну чё это? Да ладно, всё нормуль. Я же Нубик, голова кубик. Я уже привык. Прикольная ловушка, да, Нубик? Ага. Это как будто бы обвал блоков. Так бывает. Круто. Ух ты, ух ты. Это же Алекс. Ой, ой-ой, чё так горячо? Ай, ай, мои ноговы, горячо же. Ой-ой-ой-ой, чё тут происходит? Ай-ай-ай, мои ноговы, Нубик горит. Ай, я опять жареный Нубик. Спасите, помогите, Нубик горит. Я жареный Нубик. Ай, ай-ай-ай. Ой-ой-ой, теперь я Нубик, жареный кубик.
спасите! Ай! Ну что, Нубик, живой? Да, все нормально. Меня Алекс спасла. Вот. Наборчик понравился? Ага, очень-очень понравился. Вот прям очень. Теперь давай смотреть набор гигант. Вау! 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 Да, Нубик, ты прав. Набор просто вау. Давно не было таких крутых наборов Лего Майнкрафт. Да-да, Костя, наборище нереальный. Срочно-срочно, мне все покажи. Начнем с самой крутой фишки. Это голова Крипера. Ой, ничего себе. Вот это да. Вот это башта. Круть. Нубик, это не просто голова. Почему? Сейчас я покажу. Тут есть вагонетка с сундуком. Ой. Подгоняем ее вот сюда. Тут специальное отверстие. Ой. Теперь засыпаем в Крипера железо. Ух ты как. Здесь рычажок. Ой-ой-ой, смотрите. Да, все упало в сундук. Ну ничего себе. Костя, еще раз покажи. Засыпаем, нажимаем. Готово. Это супер круто. Мне кажется, это самый крутой набор Майнкрафт. Данбик, мне тоже. Костя, а мне можно так? В голову, и чтоб я потом в сундук выпал. Давай попробуем. Ай. Нет, Нубик, ты слишком толстый, не помещаешься. Ай, а вот и нет, сам ты толстый. Ну тогда вылазь сам. Ай, ай, я кажется, застрял. Наверное, я и правда толстый. Спаси меня, спаси. Нубик, в наборе еще 6 фигурок. Класс. Это обычный Стив. Да, обычный. Неинтересно. Крипер. О, опасный. Летучая мышь. Привет, мышь. Я Нубик, голова кубик. Это обычная корова. У нас таких много. А теперь самое интересное. Ой. Отброс. Новая фигурка. Такой еще у нас не было. Это эксклюзив. Прикол. На зомбика похож, только круче. Так, а ну цыц, хватит рычать на меня. А это новый скин или персонаж. Ух ты. На коробке написано Blacksmith. Что это? Переводится кузнец. Но мне кажется, что это девочка. Значит, она не кузнец, а кузника. Ну или кузнечиха. Я не знаю, Нубик, но фигурка очень-очень классная. Мне нравится. Да-да, мне тоже. Еще из новинок тут наковальня. Круто. И очень необычно крепится сундук. Это как так? Нужно поднять флаги. Ух ты. И теперь можно доставать. Это круто, Кость. И также обратно. Закрываем. Класс. Еще тут есть 3 ловушки. Покажи. Вот тут раз. Бух-бух. Вторая вот тут. Опять бух-бух. А третья ловушка для вагонетки. Бабах, ты бич. Костя, это прям очень-очень нереально круто. Это точно самый-самый крутой набор Лего Майнкрафт. Данбик, я с тобой согласен. А вам какой больше всего набор понравился? Напишите в комментах. Ну давай, напиши. Мне же интересно. Нубик, а ты комменты из прошлого видео не забыл показать? Ой-ой, забыл. Я же Нубик. Вот они, ваши комменты. Я Нубик, голова кубик, руки крюки, фиолетовые брюки. Умею ходить и странно говорить. Немножко туплю, но вас люблю смешить. Ты не ленись и подпишись.
лайк мне поставь и улыбнись. А если ты жадина, то лайк оставь себе, и я буду грустным. Би-би-би-би-би. Все, Любик, ты закончил? О, Костя, привет! Привет, смотри, что у меня есть. Ой-ой, это же мой любимый пакетик. А что там внутри? Что там? А ты как думаешь, что тут? Я думаю, там лего. Нубик, ну это понятно. Пакет же лего. А что именно? Думаю. Я не знаю. Покажи. Ладно. Тут у нас новая серия мини-фигурок. Ой. Мини-фигурковые. Я же обожаю мини-фигурковые. А сколько? Сколько их? Тут 8 пакетиков. Это много. Наверное. Ну что, начинаем? Да. Ух ты, детальковые. Пока непонятно, кто это. Нубик, смотри. Смотрю. Это мини-фигурки Дисней, вторая серия. Ух ты, все такие прикольные. Но я никого не знать. Ой, смотрите. Это брат Борьки. Точно. Да, Нубик, чуть-чуть похож. Хоть бы он нам попался. Ну что, Кость, ты уже собрал фигуркову? Да, вот он. Только я не знаю, кто это. Ой. Так интересно, кто же это? Мне кажется, это дядя Воин. Но это не точно. Это кто-то точно из мультика Дисней. Может, какой-нибудь рыцарь? Ага, наверное, это дядя рыцарь. А напишите мне в комментах, кто это. А то интересно. Нубик, еще есть подставка. А это зачем? Можно поставить фигурку, чтобы она не падала. Так удобней. А я тоже хочу. Поставь меня. Давай попробуем. Ай. Ой, ноговы, мои ноговы, не могу пошевелиться, ой, она схватила мои ноговы, сними меня, мои ноговы застряли, ой. Да не кричи ты, снимаю. Фух, спасибо. Давай дальше открывать? Да, давай, конечно, интересно. Ух ты. Я, кажется, знаю, кто это. Кто? Сейчас увидишь. Это персонаж из мультика «Суперсемейка». Ой, я не знать. Ну что, покажи. Вот, Нубик. Мамочки. Я не помню, как ее зовут. Но это точно из «Суперсемейки». Какая-то очень странная тетя Лилипут. У нее прическа снимается вместе с очками. Ух ты, прикольно. Костя. А давай Борьке померим эти волосы. Мне кажется, будет круто. Будет Бориска девочка. Давай попробуем. Смотрите. Бориска смешной. Хи-хи. Да ладно, Борька, не обижайся. Это же шутка. Открываем третий. Ура. Ну и кто это там? Покажи. Вот. Ой. Это из мультика Чип и Дейл. И кто это? Это или Чип, или Дейл. В общем, это Бурундук. А в руке у него орех. Ну такое. Какой-то странный. Давай следующий смотреть, Кость. Вот, Нубик, смотри. Ух ты, девчонка. Это Эльза. Из мультика «Холодное сердце». Такой девчачий мультик. А что это у нее в руках? Снежинка, что ли? Наверное, да. Прикольно. Открываем пятый. Хоть бы скелет. Нет, Нубик, это не скелет. Ой. Но это кто-то прикольный. Это кто это? Мне кажется, это тетя зомби. Прикольно. Мне нравится. Кто тут у нас? Скелет. Там скелет. Нет, Нубик. Но это очень крутая фигурка. Я хотела, чтобы она попалась. И что это? Это Микки Маус.
один из самых старых персонажей Дисней. Мамочки! Ой! Ты кто вообще такое? Ты что, монстр? Нубик, ну конечно же нет! Это Микки Маус. И что это значит? Я не знать. Какой еще Маус? Микки – это имя. А Маус переводится как мышь. Я понял. Это дядя мышь. Ну, можно и так сказать. Странный он какой-то. Мне нравится. Прикольный. Черно-белый. Костя, давай 7-й пакетик открывать. Вдруг там скелет. Сейчас посмотрим. Ну что? Нет, Нубик, тут подружка Микки Мауса. Ну, так нечестно. Ее зовут Минни Маус. А я буду их называть тетя мышь и дядя мышь. Как хочешь, Нубик. Да, как хочу. Все, Нубик, последний пакетик. Так быстро закончились. И тут у нас... Кто? Вот. Ой, это еще кто такой? Нубик, я не уверен. Но, по-моему, это тоже кто-то из суперсемейки. Ну, что такой? Прикольный. На робота похож. Ну, что? Как вам моя армия фигурок? Крутые? Кто вам больше всех понравился? Напишите в комментах. Ну, напишите. Мне же интересно. Я Нубик. Голова кубик. Руки крюки, фиолетовые брюки. Умею ходить и странно говорить. Немножко туплю, но вас люблю смешить. Ты не ленись и подпишись. Лайк мне поставь и улыбнись. А если ты жадина, то лайк оставь себе, и я буду...